Строительство ряда объектов по линии ОНО «Евразийская интеграция» проинспектировал директор Александр Аргунов. Напомним, что в Бендерах по линии «Евразийская интеграция» возводится тубдиспансер. Вот строительство онкодиспансера в Тирасполе уже вышло на финишную прямую. Александр Аргунов также прокомментировал, как идет помощь местным фирмам, перед которыми остались невыполненными финансовые обязательства отстраненного за нарушение генподрядчика. После того, как «Евразийская интеграция» взяла ситуацию под личный контроль, все расчеты идут исправно. На данный момент ни рубля задолженности нет. Уже год, как мы ведем эти работы, и у нас все в порядке. По долгам, которые существуют между нами и НЭТом, то, что должны нам они, мы выигрываем суды, все успешно. Эти судебные решения в результате превращаются в исполнительные листы. Эти исполнительные листы, сейчас мы их соберем и предъявим ответчику, и я думаю, что они нам отдадут эти деньги, потому что выбора у них нет. Это не какой-то долг непонятно кому. Это долг серьезной организации «Евразийская интеграция», за которой стоит и Российская Федерация, и очень серьезный гуманитарный проект. Александр Аргунов добавил, когда долги будут возвращены, возобновится активная работа и на объектах ОНО. Это тубдиспансер в Бендерах, школа в Рыбнице, педиатрический стационар и перинатальный центр в Тирасполе.